Я хочу оставить этот благодарственный видеоотзыв целительницы Марии Меркель. Я к ней обратилась с такой проблемой. У меня всю жизнь чувствовала вот такое вот состояние какой-то беспомощности. Непонятно, в каком нужно направлении мне двигаться. Вот какой-то вот внутренний ступор, какое-то вот неверие в себя. Как будто вот бьюсь об какую-то вот железнобетонную стену и не могу никак пройти. Вот просто полная безысходная ситуация. Обращалась к разным целителям, к разным специалистам. Ничего это не помогало, безрезультатно. И в ходе проработки с Марией мне очень понравилось, как она так глубоко, профессионально меня вела. И я четко увидела вот такую картину, вот что вот я нахожусь в каком-то вот подвешенном состоянии, как будто вот все перевернуто. То есть неправильное мировосприятие у меня было, какое-то вот искаженное. Вот, и в ходе проработки вот как будто вот стало все на свои места, как вот пазлы собрались, вот тело, душа, дух, у меня вот прям вот такая вот интеграция произошла мощная, и внутри такая вот сила появилась, мощь, внутренний такой свет, полное соединение с Творцом, что я все могу, все мои желания, все исполняется именно вот через силу мысли, слова, через действия мои. Вот все это так вот воедино соединило, она так профессионально. Вот я в полном восторге, то есть я очень вообще всем рекомендую целительницу Марию Меркель. Если у вас есть любая проблема в вашей жизни, она может это легко решить. Это просто суперспециалист. Я очень-очень благодарна. Спасибо.